Старина забежала лисичка, сестричка. Обнюхивать территорию, кажется, совсем не стесняется. Рыжая гостья ведет себя уверенно и бодро. Курочку жареную ест. Как аппетит у нее? Вроде хороший, как говорят повара, заглотила курицу разом. Без каких-либо последствий. Я думаю, хотела еще. Лиса появилась на территории Сретенского монастыря утром. Поймать ее своими силами ни обитатели монастыря, ни прихожане не смогли. Вызвали спасателей. Так как лиса является норным животным, она очень хорошо вылазит из силков. Хитрый зверь оказался проворнее и улизнул. Это крыша пристройки к зданию семинария. Как говорят послушники монастыря, лиса забежала в это подсобное помещение и скрылась между этажами. И вот очередная попытка выманить животное. Внутрь поставить? Давайте поставим. Но лиса, видимо, еще не успела проголодаться. Не слышно ее там, не? Животное. Не скребется? Никому нельзя. Она спит. Думаю, ну как, с неба свалилась лисица. Вот люди подсказывают, что здесь недалеко цирк. Может быть, она из цирка сбежала. В цирке Никулина на Цветном бульваре лисицу не признали. У нас лис просто нету. Нету ни дрессировщиков, ни просто лис. И я даже не знаю, кто сейчас с ними работает. Не теряли лис и в московском зоопарке. Там предположили, что она была домашней и сбежала от хозяев. Не только в сказках русских народных хитрый. Он и по жизни достаточно хитрый зверь и легко адаптируется к новым условиям. Мог и убежать. При помощи тепловизора спасатели обнаружили животное в полости под чердаком, но достать не смогли. Мы можем извлечь животное из межкровельного пространства, но для этого нужно разрешение администрации на разбор кровли. Администрация разрешения на разбор кровли не дает. Прихожане шутят, что лиса останется при дворе и займет отдельную келью. Священники, кажется, не против. Где ее искать, я совершенно не знаю. Но только вот в этом удивительном месте мог появиться такой удивительный зверь, как лиса. Впрочем, приютить хвостатую гостью в монастыре не получится. После того, как она окажется у спасателей, ее, вероятно, передадут ветеринарам, чтобы взять анализы на бешенство. А пока приключения лисы продолжаются. Несколько часов ожидания, результата не дали. Зверь к людям так и не вышел. Не помогло даже куриное филе. Евгений